Новое утро, новый день. Мы спали на автовокзале, так чуть-чуть. А теперь двигаемся в Камбоджу. 80 километров до границы. Надо как-то их преодолеть. Вот так и начинается наш третий автостопперский день. Мы в городе Трат. Отсюда, оказывается, много кто разъезжается на соседние острова и пляжи. Так что мы близко у моря. Вийшли на дорогу. Ось нам потрібне село Бан-Хатлек. 87 кілометрів, там і є кордон з Камбоджею. Стас уже працює, голосує. О, хелло. Can you get us a leg? A leg? How did you do that? On the road, kilometers. Blum. Ні, ні, ну тако не туди, туди, так? You're going? Do you have a car, Eggie? Okay, but... This road. Blum. This road. Туда. Здесь он царачивает, походу. Капучан. Халек. Халек. Капучан. Капучан. Какое-то место. Мачу. Окей, can you just take us and left on road, on this road? Bangkok. You go to Bangkok. Bangkok. You Bangkok. No. Bangkok. Bangkok. Traffic. Put my camera. Where do you go? А зачем ты им такой карту? You, where are you going? No, no Bangkok. At least. You? Okay. And can we? Ось наші рюкзачки лежать в кузові замість нас. Ми сидимо в машині, прямуємо на Камбоджу. Грає музичка. Проїхали вже кілометрів 40, мабуть. Нам дуже пощастило зразу зайти. Виза номер 5 за путешествие, виза Камбоджи. Все оформили за 15 минут. Коррупция пока не побеждена. Переплатили сколько? $10 и 120 бат. Но на самом деле они требовали намного больше, так что мы еще немного даже сэкономили. Да, они вымогали майже $100 за двох батах. Батах дороже платить, да. Треба платить в долларах. А всякие европейцы платят, как они говорят, по 1500 бат. В общем, welcome to Cambodia. Оранжевые песни, оранжево моё. Первый автостоп в Камбодже. И мы едем в кузове. Йоу, совсем ноги. Самый суровый наш стоп. We'll be right back.
бесплатно, мы его словили, автостопом, абсолютно сами. Нас везут до поворота на Сёнок-Риле, автобус едет на автобус. Так, я сказала просто, выбирайте будь-яке місце в автобусе и насолоджуйтесь. Тут кондёр, все классно, так что. И никто там не покупал билеты. Вот стоп на вклад. Камбоджийский автобус. Заметили, что чем развитее страна, тем больше уважают твое личное пространство в первую очередь и меньше пристают. Теперь мы приехали в Камбоджу, которая явно с первых мгновений, с первых взглядов кажется более отсталой, чем все остальные азиатские страны. И тут сразу начинается приставание тук-тукеров, со всех сторон кричат. Махают люди, пытаются тебя подвести или что-то еще сделать, что-то предложить. В Малайзии такого не было. Даже в том же Таиланде так не лезли, не приставали. Сразу на лица, так сказать, уровень развития. Первое впечатление от Камбоджи сразу вспоминается Индия. Мы как по ниспадающей просто. Мы как из Индии вырвались в Малайзию, теперь по ниспадающей из Малайзии поехали в Таиланд, потом в Камбоджу. Очень прикольно, это как смесь Таиланда и Индии, такая азиатская. Ну, конечно, это очень грубое сравнение, но по первым впечатлениям от людей и по кругу, как реагируют на иностранцев. Это то, что я могу сейчас сказать. Мы сейчас в главном, как там сказали друзья, главный туристический город Камбоджи, Сианоквиль. И он выглядит, скажем так, не очень. Вдохну лениво дым. Ты-ты-ты-дым, ты-ты-дым.